Доброе утро, бойцы и инфоагенты. Я Свен Свенсон, ваш русский богадир. 6 утра. Рано. Но сегодня особенный день. Я должен это рассказывать, потому что это правда особенно. Сегодня у нас будет крещение. Я уже православный, и я этим очень горжусь, хотя я знаю, что это грех. Но ситуация действительно особенная, и нужно рассказывать. Мой немецкий друг Майк, ему есть 57 лет, не крещенный. Приехал специально в Россию на мотоцикл, чтобы креститься в православии. И делать это будет мой старший брат, отец Андрей, который тоже ночной волк. И сейчас приготовимся. Ну все, я помыта, я брился немного. Сейчас уже 7 часов, надо потихонечку ехать. Я так нервничаю. Я уверен, что Майк тоже самое сидит там уже готов и ждет, что я приезжаю. Едем мы в город Троицк. Будет интересно. Где-то в Троицк, и здесь будет крещение. Скоро идем внутрь и посмотрим, что будет. Вот они стоят. Наши немцы. Да, это Майк. Вот Майки. Thank you.
Веруешь ли ему, то есть спасибо. Веруй ему, яко Богу и царю. Отлично. Два пальца мы прижимаем, потому что Иисус Христос на земле был как Бог и как Царь. Сын в область груди. Святаго Духа справа. Да, справа, налево. Теперь, если позволить прийти, мы не лично говорим Богу. Господу помолимся, Господи. Владыка Господи Боже наш, и за мир Абаха Его, Слава, во святом Твоем посвящении, смотрите, увидите себя благодать, святого Твоего крещения, отречие Его верность и обнови, живот вечный, и исполни Господа Твоего Духа, и Духа силы и соединения и Христа Твоего, да не тому чада Тебе Бога, часть Твоего, и за мир Твоего, и 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 Твоего, Сей Господа Божия власть и безделичная, даже отдавшая веком и воеврестью, устроившая Христа Твоего, и спасительный плюс сам создание Твоей избавы от работы вражия, приведи царство Твоего небесное, от верзи Божьей. Христос истинный Бог наш, молитвен и чистая своей Матери, святых славных и всех вальных апостол, святых и праведных благодетель, Серафима и Анны и всех святых, помилуй и спаси от нас всех благ, и человека любит сам, и Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Что, ребята? Майк. Wie fühlt man sich als православный? Как чувствуешь себя, как родился только что?